хочется что-то сделать для Родины. Вообще хочется победить, по большому счету. В Саше есть все для того, чтобы он победил. Все зависит от того, угадали мы с номером или не угадали. Я готов вкладывать все свои силы, знания и деньги в то, чтобы это было круто. Круто, когда любая фотография как будто в движении. Когда больше сконцентрирован, когда вот как-то так. У нас совершенно новая идея, которая впервые на Евровидении, немножко скандальная, но, скажем так, у нас Александр появляется в голом виде. Помогает мне в этом Шакира, Дендер. Мы хотим показать возвращение к самому себе человека, к природе. Нет, мы не боимся, что дисквалифицируют. Я думаю, это, наоборот, будет что-то новое, не затасканное. Надеюсь, что мы, наоборот, выиграем. Я думаю, что организаторы шоу дадут разрешение, и получится замечательное шоу. Я думаю, что Беларусь выйдет в финал. Удачи ему с воплощением этой идеи. Как вы относитесь к парню, который выйдет на сцену Евровидения голым? О, а как это возможно? Я просто очень смелый. У тебя, наверное, очень красивое тело. А, Fine! Какие мы популярные. Мы прям везде. Конечно, это претензия на победу. Я рад, что Сашка поедет, потому что как бы, мы такое новое дыхание. Да? Он интересный, он яркий, он ни на кого не похож. Я люблю белорусов. Я буду за вас болеть. На сегодняшний день для меня один из самых талантливых белорусов на земле. Саша, он же Айван, он заслуживает того, чтобы его увидела как минимум вся Европа, а лучше весь мир.